Кстати, меня тогда, вот можно расскажи, меня выбросило в какой-то образ старика, такого капюшона, не знаю, и я задавал постоянно как бы вопросы, как это связано со мной. Он такой, то ли в пещере, то ли в лесу, какие-то символы. Там, смотрите, ребят, ну ладно, вот раз пошли. А в определенный момент будет идти очень много картинок. Прям очень много. Их не надо все воспринимать всерьез. То есть это ну, вот некие образы, да, вот то, что накопилось, диалог, там какие-то непроработки или там еще что-то, оно все вот просто выливается в визуальное восприятие. И когда вот этот весь информационный поток проходит через аджна-чакру, да, она запиталась и заработала, то ты начинаешь видеть картинки. То есть вначале картинки могут идти такого деструктивного характера. Апокалиптические разные, там какие-то, может, убийства, смерти, там, или там катастрофы. Это просто наблюдаете. Все это проходит. То есть вначале через вас пройдет некий мусор. Поэтому просто его наблюдаешь, не включаешься туда. Не надо там диалоги вести с ним, еще что-то. Просто берешь, и вот из этого же состояния ты на себя концентрируешься. То есть вот чем больше ты на себя концентрируешься, тем чем быстрее вот ты войдешь вот в этот поток, о котором рассказывал, да, тем быстрее у тебя включится аджна-чакра. То есть по сути, ну, аджна-чакра, она у всех есть, у всех работает. Потому что вы видите глазами. А видение глазами — это тоже работа аджна-чакры. Когда там блок будет, ну как бы человек слепой. Рождается слепым. Вот. Поэтому аджна у всех работает. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что ей не хватает энергии. А энергии надо очень много. Потому что прежде чем включилась аджна, нужно, чтобы нижний дантян заработал. Да? Нужно отработать все страхи, чтобы выйти за образы, за уровень манипура чакры. Нужно, чтобы как-то включилась анахата чакра. Потом вишудка и потом только аджна. Это естественный ход эволюции. Но когда вы работаете с маг-машинами, да, типа вот черной комнаты, она вся по себе маг-машина, там вот эта запитка аджны, она может идти напрямую, но все равно здесь нужна готовность человека. То есть минимальная готовность для работы вот в данном случае — это вот отработка всех страхов и вот это вот умение элементарно останавливать внутренний диалог, вот, ну, центрироваться на себе. Вот как только вот ты ощутил поток свой, да, вот этот поток может быть умножен комнатой. А пока, ну, твой поток ноль, да, ты его как не умножай, да, ноль хоть на миллион, умножь — будет ноль.